В Орле прошли мероприятия, приуроченные ко дню памяти и скорби. Накануне памятной даты у стены памяти появилась инсталляция «Огненная картина войны». Экспозицию придумала девушка, отец которой погиб на СВО. Эта хрупкая, прекрасная девушка нарисовала этот рисунок только ради того, чтобы мы, молодежь, помнили и знали, какой ценой дается нам свобода. Не обошлось без ежегодной акции «Свеча памяти», которая в 4 часа утра прошла у стелы «Город воинской славы». Из зажженных лампадок орловчане выложили 22 июня «Мы помним Орел». Мероприятие напомнило жителям города о важности сохранения памяти о событии, не имеющие срока давности. Важно, чтобы каждый из нас знал, сколько миллионов жизней унесла война. И все сделать для того, чтобы не допустить врага на нашу землю. В день памяти и скорби также состоялось торжественное возложение цветов к часовне-памятнику жертвам Великой Отечественной войны. Чем меньше у нас реальных участников Великой Отечественной войны, тем острее ставится задача как можно больше сохранить память о тех событиях, о тех героях, которые воевали за нас, за нашу свободу. И это особенно сейчас актуально, когда идет специальная военная операция. Представители Совета ветеранов Орловского управления ФСБ почтили память героев минуты молчания. Которые достойны